Также в последнее время среди женщин стало заметное такое понятие, как если муж и жена поссорились, и они вместе не переспали уже полгода, то они уже разведены. Ну, типа 6 месяцев, если мы с женой вместе не были, мы в разлуке были, и это считается за развод. Откуда они взяли? Разлука не считается за развод. Муж и жена могут разлучиться хоть на 50 лет. Они не будут жить 50 или 60 или 100 лет, но они будут считаться мужем и женой. Пока со стороны мужчины не был талак, пока женщина не обратилась к имаму или судье или муфтию с разводом, скандалы, вот эти распри семейные, проблемы, это не считается за развод. Нет такого, что если они живут отдельно уже 3-4 месяца, или полгода, или 5 лет, или 10 лет, что это развод, это не развод. Развод либо это талак, либо это хуля. Если ни этого, ни того нет, то тогда никаких разводов не будет. Не знаю, вот откуда это некоторые женщины-психологи, вот которых наши сестры слушают, говорят им, вот вы полгода с мужем не жили, значит, вы разведены. Это все ложь. Нигде, ни в Коране, ни в достоверных хадисах нет такого, что если муж и жена вместе не переспали там 4 месяца или полгода, то это считается за развод. Это какое-то новшество. Поэтому я призываю вот братьев и сестер, чтобы знали это, что разлука – просто разлука, не развод. Это не является разводом. Для развода нужен либо талак со стороны мужчины, либо хуля – расторжение брака со стороны женщины. Все, больше нет.